Мы с вами продолжаем рассказ о событиях кровавого октября 1917 года в Москве и об участии в этих событиях московской молодежи. В центре нашего повествования юнкера, несомненно, они составляли главную движущую силу антибольшевистского сопротивления, но и не только они. Это еще гимназисты старших классов и, конечно же, студенты, московские студенты, питомцы Константиновского межевого института, института инженеров путей сообщения, высшего технического училища, частного университета Шанявского и, конечно же, Московского университета. Мы с вами сейчас находимся в так называемом новом университете, ну, новый он относительно событий 1812 года, потому что вот эта вот усадьба Пашкова, потомка денщика Петра Великого, была куплена в казну уже после московского пожара с тем, чтобы здесь обосновалась новая территория Московского университета. Но вообще для нас, выпускников университета последних десятилетий, это старый университет все вместе, а новый там, на Воробьевых горах. На самом деле, на территории старого университета есть университет новый. Усадьба была перестроена архитектором Тюриным. Ну, для того, чтобы сразу представить себе творчество этого зодчего, достаточно вспомнить Богоявленский собор в Елохове. Вот его кардинальная перестройка была как раз Тюриным произведена в свое время. Для университета Тюрин работал бесплатно. В 1833-36 годах он перестраивал главный дом усадьбы под аудиторный корпус, а флигеля под библиотеку и церковь. Но почему он работал бесплатно? Потому что считал для себя честью потрудиться для Московского университета. Что же касается событий, мы с вами остановились на том, что кровавая и, по мнению многих, бессмысленная братоубийственная бойня в центре Москвы и на ее окраинах, наконец, прекратилась к 3 ноября 1917 года. Какое же продолжение истории? Что же можно сделать после того, когда уже ничего нельзя сделать? Попробуем ответить на этот вопрос. В этом случае обычно следует проявить сострадание, унести павших с поля боя. Но это немножко в переносном смысле. Унесли их солдаты и санитары. А здесь приходилось разыскивать и опознавать тела по моргам. Или, как тогда говорили, по анатомическим театрам. Ну и, конечно, достойно проводить в последний путь, сопровождая эти проводы молитвой. Вот сторонники военно-революционного комитета молитвы были лишены. 7 ноября комитет принял решение о похоронах своих сторонников, только своих, несмотря на то, что в газетах, которые вновь стали выходить в Москве, обсуждался вопрос о том, да и не только в газетах, в обществе об этом говорили, о том, чтобы похоронить павших с разных сторон вместе в одной братской могиле, погребая таким образом братоубийственную рознь и явно разгоравшуюся гражданскую войну. На эти предложения последовал жесткий отказ. Были объявлены официальные красные гражданские похороны, которые не сопровождались какими-либо религиозными обрядами. Похороны назначили на 10 ноября. При этом сторонники Комитета общественной безопасности не смогли провести похороны в эти дни. Потом им обещали 11 ноября, но в результате похороны состоялись 13-го. Что касается красных похорон, то здесь тоже не все прошло так гладко, поскольку некоторые люди просили выдать тела своих погибших родственников для христианского погребения. Им в этом тоже отказали. И вот кто-то принес икону, и икону несли перед длинной вереницей красных гробов, осененных красными знаменами. Пение интернационала, вы жертвы пали в борьбе роковой. Это пение перемежалось песнопениями из последования погребений и панихиды со святыми упокой и вечная память другими. И вот когда
процессия достигла Красной площади, то собравшиеся увидели, что здесь приготовлены две большие братские могилы между Никольской и Сенатской башнями и с небольшим перерывом от Сенатской до Спасской. В эти могилы было опущено 238 гробов, при этом лишь 57 покойников уходили в иной мир, будучи опознанными. Остальные остались неизвестными. Среди погибших были кремлевцы, те, кто погиб в Кремле во время штурма занятия его юнкерами, так называемые самокатчики, это мотоциклетная часть, мотоциклисты тогда именовались самокатчиками, красногвардейцы, и также солдаты-двинцы, вот те самые, с которыми произошло первое столкновение у юнкеров 28 октября. Ну а что делать побежденным, что делать проигравшим? Здесь, в Московском университете, была организована общестуденческая комиссия, которая занялась сбором средств. Сборы собирали на филологическом факультете, а в храме святой мученицы Татьяны, очень известном и почитаемом в Москве, 7 ноября была отслужена первая панихида по погибшим. В те времена университетская церковь действительно ведомственный храм. Его прихожане – это профессура, это доценты, преподаватели, служащие, конечно, студенты Московского университета. Все требы совершаются здесь исключительно для них. Круг прихожан очень четко очерчен. Здесь крестили Марину Цветаеву, затем ее сестру Анастасию, потому что отец – профессор Московского университета Иван Ильич Цветаев. Здесь отпевали Гоголя, потому что он почетный член Московского университета, ну и Сергея Михайловича Соловьева. Татьянинский храм – центр традиционного студенческого праздника, Татьяниного дня. Ну и, конечно, он всегда полон, большие праздники на Рождество, на Пасху. Но в тот день, 7 ноября 1917 года, большая группа людей собралась здесь совсем по другому поводу. Во время панихиды настоятель храма святой мученицы Татьяны, настоятелями здесь всегда были профессора богословия Московского университета, богословие читалось студентам всех факультетов, поэтому самая просторная, самая большая, вместительная университетская аудитория здесь на Маховой называлась Богословской. Так вот, настоятель храма, отец Николай Боголюбов, по свидетельству одного из современников, во время панихиды произнес резкую речь. К сожалению, мы не знаем, в чем эта речь была резкой, кому эта резкость была обращена, но в конце богослужения он призвал всех вместе петь вечную память. Не только хор, но все собравшиеся, единым усты и единым сердцем. И все пели. Но, казалось бы, ничего нет удивительного. Нет удивительно, потому что за 12 лет до событий октября 1917 года, во время Первой русской революции, студенты Московского университета, в то время, когда здесь, в Татьянинском храме, отпевали ректора, князя Трубецкого, забаррикадировались в одной из аудиторий и распевали революционные песни. Теперь все изменилось. Причем молодежь, которая была увлечена освободительным движением, может быть, какими-то либеральными идеями, и смотрела на церковь как на институт, казенный институт ненавистного им монархического государства, ненавистной им империи, теперь меняют свое отношение, делают первые робкие шаги и сразу же получают ответную реакцию, симпатию и сочувствие. Они обращаются к членам Освященного собора Православной Российской Церкви. Поместный собор, который не собирался в России 217 лет, собрался в Москве и начал свою работу 15 августа 1917 года. Он свою работу продолжал, потому что была огромная программа. Это был авторитетнейший церковный форум, более 500 делегатов, членов собора. Это синод в полном составе, епархиальные архиереи, представители монастырей, представители университетов, духовных академий, академии наук. Один из членов собора сказал, что 5 лет назад еще это было невозможно, а теперь стало возможно. Стало возможным, потому что молодежь почувствовала, что такое настоящая боль, что такое настоящая несправедливость, и потянулась к извечному источнику утешения. Ну, а члены собора, конечно же, пошли навстречу и в полном составе пришли на похороны юнкеров и студентов.
участники поместного собора были участниками и октябрьских событий, но некоторые из них, по крайней мере, хотя реагировали все, юнкерам, несомненно, сочувствовали гораздо больше, чем красногвардейцам, ну, хотя бы потому, что их было меньше, они были молоды, они были хуже вооружены и вообще жертвовали собой, так тогда считали почти все. Но на улицах Москвы в составе студенческих санитарных дружин были архиепископ Дмитрий Абашидзе, вообще человек очень отважный, и известный миссионер, епископ Нестор Камчатский. Они подбирали раненых, перевязывали их, доставляли во временные лазареты и больницы. Делегация поместного собора во главе с митрополитом Платоном Рождественским ходила в военно-революционный комитет и просила о прекращении кровопролития, о том, чтобы войска военно-революционного комитета прекратили обстрел Кремля. Об этом же заявил уже весь поместный собор, как известно. Что касается похорон, то они состоялись в храме Большое Вознесение. Отпевание юнкеров, ну так в общем называли всех тех, кто сражался на стороне Комитета общественной безопасности, сторонников уже в реальности не существовавшей власти, власти Временного правительства. Отпевание это возглавил архиепископ Евлогий Георгиевский, который рассказывает об этом в своих воспоминаниях, рассказывает о том, как он долго думал, что сказать вот этой молодежи, которая заполнила храм. Это очень страшно. Всегда радостно, молодежи много в храме, но в таком случае и молодые в гробах, около 40 гробов, 37 среди них погибшие женщины, девушки, вероятно, сестры милосердия, и несколько детских гробиков, это так называемые случайные жертвы лихолетия, и полный храм молодежи, который едва сдерживает рыдание. Вот он вышел на амвон и, в числе прочего, сказал очень горькие слова: молодежь, которая так отважно сражалась за политические свободы, имелось в виду февральская революция, стала первой жертвой осуществившейся мечты. Представители военно-революционного комитета не только запретили устраивать совместные похороны, не только развели во времени, сначала похоронили своих, а потом разрешили похоронить чужих, проигравших. Они запретили венки и ленты, непременный атрибут похорон в те времена. Но, тем не менее, были и венки с надписями, и были ленты. Ну, а надписи были очень показательны, ведь молодежь хоронила кого? Борцов за свободу, для тех, кто защищал дело революции. Так и было написано: борцам за свободу. А на одном из венков была лента: жертвам народного безумия. Отпевание продолжалось долго, потом наконец, траурная процессия вышла из храма под печальный перезвон колоколов, направилась по Тверскому бульвару, где еще совсем недавно бушевала огненная стихия. Бульвар называли бульваром смерти. Потом направилась на Тверскую улицу, причем у каждого храма процессия останавливалась, и причт местной церкви совершал по погибшим краткую литию. Ну и потом процессия по Тверской направилась в сторону Петроградского шоссе. В ранних ноябрьских сумерках многолюдная траурная процессия продолжала свое движение по Петроградскому шоссе в район села Всехсвятского. Села, знакомого всем юнкерам, московским юнкерам, которые стояли здесь лагерем неподалеку на Ходынском поле. Занимались здесь, в окрестностях Всехсвятского, геодезической съемкой. Ну, известная, самая популярная юнкерская песня: съемки примерные, съемки глазомерные. Все это теперь было уже в прошлом, и в прошлом навсегда. Уже под покровом тьмы процессия вступила на территорию Братского кладбища. При свете факелов тела были преданы земле и отслужена последняя лития. Люди потихоньку стали расходиться. Сегодня вот это место, как его называли в советское время, сквер возле кинотеатра «Ленинград»,
Сейчас это мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны, одно из немногих мемориальных мест, связанных с жертвами октябрьских событий 1917 года. На протяжении десятилетий этого кладбища как бы не было, и в то же время оно существовало. Здесь, в небольшом парке, под сенью старинных лип, покоится 18 тысяч воинов русской армии, медсестер, бойцов из союзнических армий, первых авиаторов, которые все похоронены здесь. Братское кладбище за свою недолгую историю было очень ярким явлением московской жизни периода Первой мировой войны. Его основание связано с дорогими для нас именами, и вообще оно из той же эпохи, откуда наши герои – юнкера, павшие в октябре 1917 года на московских улицах. Поэтому и о братском кладбище мы обязательно должны рассказать. Тогда, в 70-е, 80-е годы, страшно аж сказать, прошлого столетия, людей, которые оказывались здесь в парке, вызывало недоумение. Надпись вот на этом камне, таком массивном надгробии, студенту Московского университета Сергею Александровичу Шлихтеру, который родился в 1894 году, был ранен в бою под Барановичами 20 июня 1916 года и скончался от ран 25 июня того же 1916 года. Что это, памятник? Какое-то одинокое захоронение. Из памяти людей братское кладбище уходило, помнили только старожилы, но, учитывая миграции, переселение, в том числе и внутри Москвы, очень активные в 60-е годы, трудно было найти ответ на этот вопрос, и люди, как-то недоуменно пожав плечами, проходили мимо. Дело в том, что это единственное, что напоминало о братском кладбище, поскольку все памятники были снесены, хотя сами захоронения остались. Это была своего рода политика, которая проводилось в отношении некрополей по всей стране, потому что любое кладбище – это летопись, которая фиксирует деяния людей. Ну, тем более, представьте себе, в православной стране большинство памятников с христианской символикой, кресты, неугасимые лампады, которые горят и днем, и ночью. Это было очень распространено на московских кладбищах, поэтому проводилось так называемое планирование могил. Сначала уничтожали те могилы, на которые никто не приходит, за которыми никто не ухаживает. Потом выделяли особо художественные надгробия и захоронение выдающихся лиц. Составляли списки, причем там тоже существовала определенная внутренняя идеологическая цензура деятелей правого толка или каких-нибудь реакционных мыслителей, как правило, в них не включали. Но даже те списки, которые составлялись, в общем-то, по большому счету, в итоге составлялись для архивов. Так они и хранятся в одном из наших древлехранилищ. Ну, по ним можно, конечно, как-то воспроизвести эту летопись уничтоженных московских некрополей. То же самое произошло и с братским кладбищем. Ну а вот частичное возрождение исторического некрополя, мемориального комплекса, началось уже в наши дни. Сначала были публикации в периодике, это вторая половина 80-х, потом общественное движение за возрождение памяти о героях Первой мировой войны, ну а потом подключилось и государство, и московская администрация. Ну, в общем, так, как оно и должно быть, потому что начиналось кладбище тоже именно с инициативы общественности. В 20-30-е годы 20-го столетия существовал и активно реализовывался проект по превращению кладбищ в традиционном понимании в эдакие парки воспоминаний, ну или просто в парке, где человек должен был максимально абстрагироваться от таинства смерти, от мыслей о вечной жизни, существование которой, как известно, официальными идеологами отрицалось. Ну, примерно то же самое произошло с братским кладбищем, но эту страницу нашей истории мы перевернули. По счастью, здесь каким-то образом удалось совместить вот этот парк, реально существующий, который является любимым местом прогулок окрестных жителей, с идеей увековечивания памяти
точнее воскрешение памяти героев Первой мировой войны. Ну а вот эта стела, она указывает на место первой временной часовни, с которой началось открытие братского кладбища. У истоков этого начинания стояла великая княгиня Елизавета Федоровна. Как, впрочем, и у истоков многих других благотворительных начинаний в Москве. Но самое известное, конечно, это Марфо-Мариинская обитель милосердия. Кстати, неподалеку здесь находилось Сергиево-Елизаветинское убежище для увечных воинов и ремесленная мастерская для сирот русских героев. Идея возникла вскоре после начала Первой мировой войны. В Москву хлынул поток раненых. Такого потока не ожидали. Слишком громадными оказались масштабы войны, в которые была втянута Россия. Государство не справлялось, открывались и частные лазареты, лазареты при учебных заведениях, при различных учреждениях, которые содержались также на пожертвования. Ну и вот идея кладбища, там, где медицина оказалась бессильной, раненые умирали, их хоронили на различных московских кладбищах. Ну и могилы эти терялись, потому что многие были не москвичами. Вот у Елизаветы Федоровны возникла идея создать вот такое мемориальное кладбище, где люди могли бы и посещать могилы своих родных, и просто помолиться за своих защитников. Причем интересно, что ни в периодике, ни в специально изданной брошюре, изданный к открытию братского кладбища, имя Елизаветы Федоровны хотя и фигурировало, но она не упоминалась как инициатор. Это ее природная скромность и христианское смирение. Это мы знаем уже теперь. Активным деятелем и попечителем братского кладбища был Сергей Васильевич Пучков, главный врач Александровской больницы, гласный Московской городской думы. Первое погребение на открытом кладбище состоялось 15 февраля 1915 года. Интересная особенность. Здесь впервые были преодолены конфессиональные различия. Согласно законам, существующим правилам Российской империи, людей хоронили на кладбища, которые принадлежали определенной конфессии. Мусульман на мусульманском кладбище, ну, в Москве католиков и протестантов на немецком, всех остальных на православном. Было еврейское кладбище в районе Дорогомилова. Ну, так вот человек рождался, жил, уходил в иной мир в рамках той конфессии, которой принадлежал. Здесь решили так, что все эти люди погибли за Отечество, поэтому ограда у кладбища будет общая, будут лишь отдельные участки. Здесь существовали и иудейский, и магометанский, и римо-католический участок. Могилы офицеров располагались вдоль центральной аллеи. В 1915 году усилием Елизаветы Федоровны было открыто отдельное кладбище, ну, участок братского кладбища для погребения сестер милосердия. На Пасху 1916 года тысячи москвичей прибыли сюда, в район села Всехсвятского, чтобы встретить здесь, среди дорогих могил, пасхальную заутреннюю. Служили в этой часовне, все кладбище было освещено трепетными огоньками свечей. Со временем братское кладбище должно было превратиться во всероссийский памятник Великой войне. Здесь должен был разместиться музей Великой войны, выставка трофеев, библиотека, включающая в себя всю литературу по Первой мировой войне, а также приют для инвалидов войны. Всему этому не суждено было осуществиться. Конечно, на кладбище планировался храм. Его собирались первоначально возвести в центре, традиционно, но потом избрали вот это место. Храм Преображения Господня строили в 1915-1918 году. В 18-м освятили главный престол по проекту знаменитого зодчего Щусева. Строили супруги Катковы, представители старинной московской фамилии, в память о своих сыновьях, которые в один день погибли в Восточной Пруссии. Звали их Михаил и Андрей. День их гибели 6 августа. По старому стилю это Преображение Господне. Поэтому храм был преображенским с пределами архистратига Божия Михаила и святого апостола Андрея Первозванного. Храм уничтожили вместе с кладбищем. Сейчас на его месте часовня Преображения Господня, возведенная уже в 90-е годы 20-го столетия. Ну а что же юнкера? Москва проводила их своей молитвой, своим сочувствием, речами, в которых говорилось о напрасных
жертвах. И в этом чувствовалось самооправдание тех, кто не был с ними, хотя и мог бы быть. Александр Вертинский проводил их последний путь самым пронзительным и, наверное, самым безысходным своим романсом, который называется «Все, что я должен сказать». Ну а что же мы? Память о юнкерах должна была исчезнуть за эти десятилетия, но, как видим, это не так. И скажем, что никакая жертва, искренне приносимая во имя ближнего, напрасной не бывает. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло им не нужно. Опустили их вечный покой.